Американская актриса и модель Эмили Ратаковски родила первенца. Новостью она поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram в четверг, 11 марта. Ребенок родился у 29-летней обладательницы титула «Самой желанной женщины планеты» в понедельник, 8 марта. Модель опубликовала у себя в соцсети фото, на котором она кормит ребенка грудью. Сильвестр Аполло присоединился к нам на земной стороне. Слай прибыл 8 марта в самое сюрреалистическое, прекрасное и наполненное любовью утро в моей жизни, приводит слова Ратаковски канал «Источник». За несколько часов публикация модели набрала больше 3 миллионов лайков и 24 тысяч комментариев, преимущественно со словами поздравлений и пожеланиями здоровья маме и малышу. О своей беременности 29-летняя супермодель объявила в конце октября прошлого года. Тогда она снялась с округлившимся животом для диджитал-обложки журнала Vogue. Для издания она также написала эссе, в котором объяснила, почему не хочет знать пол будущего малыша. «Когда мы с мужем говорим друзьям, что я беременна, их первый вопрос после поздравлений связан с полом. Нам нравится отвечать, что мы не хотим знать пол, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет. И пока он сам не сообщит нам об этом. Все над этим смеются», — рассказала Ратаковски. Эмили Ратаковски замужем за актером и продюсером Себастьяном Бирмаклардом, пара поженилась в феврале 2018 года после нескольких недель отношений. Эмили Ратаковски снялась в таких фильмах, как «Исчезнувшая», «Красотка на всю голову», «Невидимка». Также она приняла участие в клипе российского певца Димы Билана «Неделимая». Подписавшись на канал, следите за выходом новых видео и оставайтесь всегда в курсе событий.